Всем привет. Пришла очередь сражаться с толпой. Так. Что у нас есть из таких необычных юнитов? Палач. А давайте попробуем. Так. Вообще посмотрим, как они чё. Палачи врываются, так. Фигово они врываются. Так, у них щиты. Нам нужно что-нибудь. Нам нужна пушка. Возьмем ее сами. И кто трое нас прикроют? Давайте вот так динамитчики пойдут. Вот так вот. О. Опа. Их слишком много. Всех, походу, не успею перестрелять. Так. На удачу. Так. Откатываемся, откатываемся. Не, не запинали. Так не пойдет, надо что-то интереснее придумывать. Давайте, пау-пау-пау. Иди сюда, пау-пау. Куда ты подходишь-то к ним? Ну все, нам конец. Все, конец, я же говорю. Что нам такого взять? Мне нужно что-то против массы. Не, ну я не вижу здесь другого варианта. Мы можем просто сделать вот так. Взять одного динамитчика, отвлечь. Летите, вороны. Вообще нечестно деремся. Ну а как здесь по-другому? Здесь такая толпа. Ну и куда вы пошли? Да? Ловите. Это надолго. Ну а что здесь еще делать против такой толпы? Ловите. Ворон, давайте, надо долетать. Ловите еще ворон вам. Ну, уже ряды-то уменьшаются. Ловите еще ворон. Опа, вас-то уже немного осталось. Вот вас одна хитрая смеящая ворона и победит. Опа. Супер, еще немножко. Пару пусков и все. Ну
получаете. Че, у вас еще живые остались? Нифига себе здесь толпа была. И они-то хотят, чтобы по-честному победить за 1300, правильно? Кто там живой? Кто-то шагает еще живой. Ну, вороны где найдите? Во, правильно. А не, фиг такой толпой ходить. Спасибо за просмотр. Продолжим в следующий раз.